обеспечены и перебивают. Очень хороший самурай. Очень уверенно идет в своем темпе. Да, Колян дает зачетно. Выкопали там уже глубоко, глубоко. С каждым разом все глубже и глубже. Вот такая у Фронтеры траектория. Как глубоко идет. Там ленты. Там коридор. Борьба. ТР-2 будет красивая гонка. Посложнее. Нива троит всю дорогу. Тоже на траектории. А тут есть траектория альтернативная немножко. Ну, неплохая тоже, там один перекос только. Больше всех фотографий у этого Вранглера. С каждой машины он сфотографировал меня. Да. Он именно звезда, да? Реальная звезда. И не по разу. Так, что ж со спортом? То ли сломался, чего не просит помощи вытащить, и с Ранглером то же самое. Гранд Чероки, кстати, где-то давно его не было. Или мне кажется? Две машины из лидеров, которые вот сзади, не первые два УАЗа, а вот УАЗ и Митсубиши, похоже.
Да, великолепная трасса. Не видно, что там дальше. Есть ли там какое-то интересное место. Но здесь однозначно круто. Есть где побороться. А вот и Коля появился. Где-то долго его не было. Хотя нет, был не так давно. Очень тяжело в этом месте. Колеса небольшие, весит машина, весит. В таком виде, как у него, я вам сейчас скажу, сколько она весит. Примерно 2150, я думаю. Шо? Там нормально, тут интересный поворот. Да, где-то 200-250 он весит, потому что у меня с лебедкой, с бампером, силовым и газовым баллоном большим. Весит 2300. Такая же машина. Просто жестяк вообще. Я бы еще последнее сделал, такой я баллон создалил ему от этого огнетушитель. Сжигают братухи. Сигареты, такой штурман вообще, короче. Пора, давай! Это суровые ребята. Это суровые ребята очень. Так, ну здесь все без изменений. Они уже тяжело идут. Укачало. Витара немножко затормозила колонну. Тут трассогаситель висит. Тоже вариант. Так, ну что. Паджеро 2. Неудачно начал, но сейчас хорошо идет. Хорошая машина тоже. Она быстрая, мощная. 3,5 может. Сейчас будет 3,5. Я не увидел. Я думал, он в ТР. Он в ТР-3, наверное, поедет. Или в ТР-2. Это ТР-1. Бампер уже подрихтованный. Вот это правильный штурман, видишь? Во-первых, расход меньше. Подвеска не изнашивается. Видишь, самурай спокойно едет налегке. Чердых пых-пых, но едет пока. Я не люблю машины без бронзы, потому что для меня это какой-то бизнес. Дикая, правильная траектория, легенькая. Чего гран там не едет? Очень легко идет. О, борьба. Конкретная. Пробку устроили. Руля влево пошел. Ныряю. С чучкой.
Ну так а что там стоять? Машина серьезная. Нива там тоже заряженная очень даже. Аккуратно, они едут сверху, аккуратно, и столбики чуть-чуть. Не та Нива, та, что только что проехала Паджеро. Так, Нива села, эта Нива идет, ну, меняются траектории, вот уже три машинки сидит, видите? Витара держится, очень хорошая машина, сама Витара, удачная модель. Так, вот так сидят. Так, братухи идут. Потихоньку. Вон бак кается. Пружина. Просто едут. Как-то машин меньше стало. Да, сейчас сходим туда, интересно посмотреть трассу. Но вот самурай красиво идет, очень уверенно. Что у нас тут еще кто-то идет? Ну вот есть еще колонна. Витара, три УАЗа. Витару разрывают. Самурай спокойно по своей траектории. Просят Ниву. Вытянет, с берега, конечно, с берега. С берега, вот сейчас зеленый его подтащит. Если захочет, нет. Идет на победу. Не-не-не, назад. Назад его чуть-чуть сдернуть надо. Да я против. Как раз попал, не капанули. Да, джип пропал. Да. Вот вам и джип. Ну оторвался, смотри, оторвался, идешь, успокоился, идешь в спокойном темпе со всеми. Так, тут пока никто не хочет помочь. Паджерик, что там есть? Да, пошла борьба.
Это один из лидеров, да. Это один из лидеров. Что это, я не могу понять. Да нет. О. Да? Да, да, да. Только, блин, нельзя перехваливать, видишь, что у него, короче, это. Есть проблемы. Так, опять бельевая веревочка. Подсевших. О, тут хорошая рубилова. Влево руль, влево, давай, пробуй. Еще влево. Я закопался. Вот это хорошее место. Только на нас, отходим назад, сейчас газик поедет на нас. Валера, давай сюда, давай. Да нет, ты что, ты хочешь трех взять? Пойдет, да. Так, один из лидеров разрывают. Да, да. Так, Ребекка поехала все-таки. Руль влево, сейчас выдернут. Сейчас тут все соберутся. Ну вот сюда можно стартовать, в принципе. Так, тут серьезный движ. Так, отходим, у вас может сюда поехать. Все, сейчас. А вот там есть траектория. Костя, а вон проходная траектория вообще без проблем. Красавчик. Самураи там вообще без напряга. Да, это он. Так, сейчас Вранглер вытащит. Так, ну тут вот такое рубилово. Сейчас вытащит. Там объезд есть, но узкий. Да, надо осторожнее. Так, и тут началась рубилова вот хорошая. Валера, нормально, тут сейчас может поменяться расклад. Красавчик, да. Так, Нива идет. Там Витя за рулем. Ой, хорошо приехал. Не помогает никто. Давай, давай, быстрее прицепить надо было. Сюда.
Чироки появился. Давно не было. Жестко. Очень жестко вырвал крюк. Вырвал крюк, и крюк шаклом полетели, блин, это жесть. Он крюк вырвал. Крюк вырвал. Так варят, бля, там ухо тоже. Надо проверять машины. Крюк вырвал. Вот так вот, блин, не убить. Франц, привет. Что там, ты готов? Конечно. ТР-4? А потом нас. Надо же ТР-4 начинать. Я вот так думаю, да. Да, да. А ты куда пойдешь? С тобой. ТР-4? Ну, конечно. Я проеду. Да нет, ты вы, у тебя же мотор быстрый. У меня колеса больше, да? Не, главное размер. Давай нам канат. Да, прокладка между рулем и сиденьем. Давай, слушай, ТР-4, где он будет? Хоть раз, да? Тут я не знаю. Там яма. Там, да? Хорошая там, да? А, ну та яма, ну здесь, наверное, тоже будет цеплять. Да, да. А как узнать, где мы будем? А что, есть ли беда, чего мучаетесь? Беда не работает. Так, Нива. За него цепляй и вытащишь его сразу назад. Якорь все продали уже. За него зацепись и подтянетесь, и его подтянете. Цепляй его и себя подтянешь. Его подтянешь и себя. Цепляй сзади. Красавчики, нормальное кино. Тихо, тихо. Дети смотрят. Закрывай, Витя, закрывай. Перегороди им всем. Так, ну хороший момент. Разнообразили немножко. Там сидят, смотрите, никто не поможет. Они его, не его подтянули немножко. И спорт подтянули. Но Ранглер пока почти на месте. Так, тут серьезная команда. Тут серьезно, смотри, пытаются разрушить машину, а шоу лидера в начале. А самурай продолжает мочить круги, и УАЗ, вот просто УАЗ, но едет. Сейчас Витя подтянется, что-то не зацепились. 69-й красиво идет. Вот он, полное изменение картины. Так, ну тут серьезная команда пытается спасти безнадежно закопавшуюся Витару. А там справа чал. А там... А, не разорвать ее хотят, да? Поделить между... А если она не едет? Давай. Витя едет. Зацепили за Витару, я посоветовал им. И нормальное кино получается. Нива пошла. Ну, копает сильно, не надо так копать. Водички сейчас лет.
Стой назад, иди! Братан, отрезай на кулмены, черта на меня тебя! Давай назад, куда я могу! Да, красиво не, тут. Не-не-не, хай назад, Шара, помоги, ребята, они не разбираются. Проконтролируй. Витя на блоках тут. Не, все. Не копай, елки, ну зачем? Ровно руль поставь! Право руль! Давай, почему? Так, там уже он как выкопали. Фронтера идет. Лепеткой давай, тяни по-тихому. Подорви его. Да, остальные мотают круги, кто не попал в эту засаду. Было проходное место, но лидер Ранчо Рокки пропал из кадра. Позже узнаем, что сломалось. Сидит Нива. Включи! Так, самурайчик валит. Влево, влево! Походите, Нива на пушку закрываем. Не получается тут разобраться с УАЗа, тоже что-то уже грохочет. Руки отжигают. Так, у него что-то стартер уже. Ходя малой валит. Красавчик. И Валера валит. Завелась Нива. Сзади лютая база. Пацаны! Я извиняюсь, выехал уже. Смотрю, я ее отдапаю. А так вот, на, держи! Держи! На. Вот у вас, я думаю, сейчас он один из лидеров. После того, как все поменялось. Может, даже первый, я думаю, он идет. Мы узнаем скоро все. Держите руками, машину. Красавчик с ямы выскочил. Не-не-не, в машину въедет, в машину. Давай, пошел, пошел. Резко пошел. Вправо рули коксу, коксу! Вот и все. А что думаешь, что мне срезал? Ну что-то объезжал, там была пробка, он решил лупануть и чуть не проехал. Белая идет достойно, уверенно. Сюда.
Сюда можно? УАЗ проезжал здесь. Вы его вытащите сейчас, лебедку. Отойди, отойди, у вас сюда едет. Да хай позанивою в мене. Позанивой хай об'їде. И нету нарушения траектории. Да, да, разбулся. Сейчас УАЗ в эту яму. Находом, ребята. Красавцы. Ну, поменялись траектории, там закрыли траекторию. Теперь придется всем ехать сюда. Стой! И все очкуют. Ну, УАЗ так молодец на опыте. Да, одним колесом можно брать. Да, немного машин осталось. Где старт? На обочине. Ходом прошел. На сильверах. Красавчик. Самурай это, конечно, серьезная машина. Все правильно. Хорошо. Пробил траекторию. Красавчик. Это лидер, я думаю, на сейчас. Нива тоже. Ну все. Пробита траектория. Такой экшен. Да, Нива лебедкой вытащила. Друг за друга. И справились. Ну теперь поджерик думает, куда ему нырять. Ждал, пока освободят траекторию. И Валера идет хорошо. 69-й. Давай, мужики, давай. Красавцы. Сейчас четко видно готовность машин, квалификацию пилотов. Так, что у нас тут? Нива плывет. Ниву так и не достали до сих пор, что-то до конца. Спорт выняли, где-то нету его. Ну и Вранглер стоит тоже, никто его не эвакуирует. Ну пойдем посмотрим трассу, что там еще интересного, где есть. Ну вот это, я думаю, лидер на сейчас. Очень уверенно идет, красиво. Тут пробита уже траектория. А вот который неудачно начал, Паджеро 2, ну сейчас, я думаю, может и в призы попасть еще. Вот что значит полтора часа такого рубилова
И он хорошо идет. Шустро идет. Так, Мотя с Геной там черпают воду. Штурман вынимает. Ну, держатся. Неплохо идут, очень стабильно. Решил пройти по трассе, посмотреть, что тут происходит. Ну, вот Нива сошла. Спросим, что с ней. Что там? Что сломалось? Гидроудар? Залил в этот самый, да, в шноркель. Ёхва. Вот так нырнули? Нет, вот он, шланг. А, шланг? Ну да, это что-то. Можно же дальше где-то в сторону поставить его. Да она же специально лежала, что на дорогу, блядь, просто брызгала. Ну да. Ты, блядь, брызгаешь? Он стал и льет, нахуй, просто в шноркель. И что, гидроудар? Конечно. Офигеть вообще. Я что скажу, что происходит. Вот беленькая Нива. То есть кто что стабильно в своем темпе. Фронтера. Зелененький УАЗик, ярко-зелененький. Витарка. Вот УАЗик, про вот этот я говорил. Они в своем темпе шли, и результат, я думаю, будет. Самурайчик тоже сюда же касается. Уверенно, ребята, идут красавцы. Тоже ребята вначале плохо стартанули, сейчас круто идут, молодцы. Нива, я имею в виду, что, наверное, вторая. 30-й. Угадал я, да? Сейчас 30-й. Галочки не считал. Ну, так, приблизительно. Потом неплохо идет, я понял, там какой-то УАЗ и какой Гена на малой бодя идет на Витаре. Но... Я вообще бодя вообще спокойно идет. Ну, он спокойно, но он стабильно очень идет. Ну такое рубилово интересное. То есть все, кто были лидерами в начале, да, все потерялись. А у вас, кстати, он с самого начала он, ну, не отставал особо. Две минуты до финиша. А, 69-й, ребята, стабильно тоже идут, Валера. 61-й. Что там он по времени? 61-й. Что по времени? Что по кругам? Не видно у него, да, 61-й? Ну, интересно, конечно. Так, ну, красиво. Так, друзья, финишный. 43. Чего? 43, да. Чироки. Так, подожди, 43. 43, 19. 43. 19. Друзья, вот и финиш. Вот и финиш. Успевают, нет? Да. А, Фронтера тоже, наверное. Тоже, наверное, неплохой результат у него, кстати. Все. Не. Все. Круг не засчитывается, время вышло. Чуть-чуть не хватило. Ну, красиво, дубасили. Несколько секунд не хватило. Пацаны, первое место. Первое место. Красавцы вообще. Молодцы. Ну, я еще не считал. Так стабильно. Мы посчитали. Не, вы давайте считайте по-честному. Так вот, нет, Саш, по-честному, никто ничего не садит. Красавцы, красавцы. Стабильно, четко. Я считал, мне при довольне $500, понимаете, я поставлю на место. Именно по максимуму ушел. Так что, бабуля. Мозоль, да? Да. Нормально. Нормально? Молодцы. Молодцы. Сиденье если сняли, быстрее было бы. Время, красавцы, хорошо шли стабильно. Всю гонку стабильно. Так, дальше у нас Т1. Это вот тот самый заезд сюда работает с 20, сколько машин? 23. Да, друзья, третье почетное место в классе Т1. Награждается по нашему рисунку. Встречаем на пьедестале третьего места Крисюк Валентин и Дегори. Порубянский Андрей и Порубянский Валентин. Вот они, друзья, идут. Это та самая девушка, да? Белая Нива вторая. Пожалуйста. Поздравляем со вторым местом наших гостей из города Харькова.
Мишка, дала хорошо прокружение, работалось на самом деле, это было здорово. Т1 2020, первое место в категории Т1, непростой категории. Напоминаю, что с 25 экипажей доехало только 5 всего. Награждаются чемпионы этого года. Под яркие овации всех вас встречаем. Димитенко Константин! Да, первое место зеленый УАЗ. 2020,